Казак – воин, защитник южных границ России от набегов кочевников, турок, крымских татар. Историк Сухоруков отмечал, что они имеют сложение тела твердое, крепкое и здоровое. Росту достигают большого, обладают мощными физическими силами, в движениях проворны и легки. Современные казачата из 5-6 школ Анапы ростом пока не вышли. Однако крепость духа демонстрируют, как у старших казачьих наставников. Ввели новый этап эстафеты с так называемое одевание атамана было. Это одно из новых мероприятий. И также ввели ряд упражнений, которые ранее не отрабатывались. Участие в состязаниях принимали и девочки, порой обгоняя мальчишек-сверстников с автоматом наперевес и неизменными косичками. Образ казачки воспет в литературе. Попав в плен, они не сдавались и бежали при первой возможности. Носили патроны на передовую. Про таких, как Полина, говорят, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Мне понравилось перетягивание каната, одевать казака, потому что мой папа казак, моя сестра казачка, и у меня еще крестный казак. Юноши проявили ловкость и изобретательность во время бега с вещмешком, с носилками, чтобы помочь раненому товарищу. Экипировка казака нелегка. Это маск-халат, каска, противогаз, тяжелые кожаные берцы. Кувырки я делать умею, бросать кольцо тоже. Перетягивание каната, потому что это мне дается легко, я сильный. И носилки, потому что это тоже дается мне легко. Нашлось место и для раздольной казачьей песни. Импровизированный концерт устроили прямо в спортзале. По итогам лучшие получили грамоты от атаманов Анапского казачьего городского, Алексеевского хуторского казачьего общества и общества Юго-Западный округ. Организаторы соревнований отметили, что казачата бегали с азартом, удовольствием, а это дорогого стоит. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.